7 историй о Северном Кавказе. Выставку, посвященную этому региону, открыли на площади Ленина рядом с Первомайским сквером. По замыслу организаторов проекта, он должен привлечь на Кавказ гостей из разных городов страны. Мы надеемся, что эта выставка позволит сломать сложившиеся стереотипы у россиян относительно Северного Кавказа и будет способствовать тому, чтобы и сибиряки в том числе захотели туда съездить, отдохнуть, посмотреть, какой это действительно удивительный и красивый край. Авторы работ – 7 молодых фотографов. Они живут в 7 регионах Северного Кавказа. 7 историй объединили в себе и живописные пейзажи, и портреты местных жителей, и современную архитектуру. Выставку представили в октябре в Москве. Сейчас она путешествует по российским городам. Насладиться красотой Северного Кавказа можно будет еще почти 3 недели, до 10 декабря. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!